Привет! Мне 10 лет. Меня зовут Лиза, я из Донецкой области, Краматорск. За последнее время ты пережила совсем не детские эмоции. Что ты помнишь? Я помню, я лежала на своей кровати, а мама и папа лежали в своей комнате. Я лежу и слышу. Слышу какой-то, стреляют. Я думала, это где-то далеко. Потом он подбегает и говорит: бежим быстрее к этой несущей стене. Я побежала, только вышла на кухню, там побольше слышно этого звука, и мне стало страшно. Мне не было страшно, когда я лежала, просто мама меня держала вот так вот за руку, и она же вся дрожит, боится, и как-то весь страх перешел ко мне, и мне тоже стало страшно. Папа нам вообще сказал: давайте обнимемся втроем, будем стоять. Но у нас у каждого была своя тревожная сумочка, в которой лежали самые необходимые вещи. Вот у нее такая оранжевая сумочка была. Я думаю, посмотрю, что ж там ребенок положил туда, в ту сумочку. Денежки лежали, теплая кофта и этот блокнотик «Голос краины Диты». Вот. Я говорю: Лиза, Господи, зачем это там вообще? Она говорит: мамочка, будет очень жалко, если попадут в наш дом, говорит, будет очень жалко. А меня же должны, говорит, пригласить. Она все время ждала, что ее пригласят. Если я хорошо пою, значит, я смогу попасть в кому-то команду. Если не попаду, значит, надо еще лучше стараться, и все-таки у меня получится. Хочу, чтобы ты выступила сегодня и получила от выступления удовольствие. Угу. Пойдем? Давай руку. Давай. Давай. Беги, удачи тебе. Суровый моряцкий затяг. Моя бабушка курит трубку и обожает огненный ром. А когда я бабушка, надо на кнопку уже. Боже мой, какой малыш! Здравствуй, малыш! Как тебя зовут? Откуда ты приехала? Здравствуйте, меня зовут Лиза. Я из города Краматорск. Мне 10 лет. Тебе 10 лет? Со мной приехала мама. Мама? Так, кто еще? Больше никого. Так. Я не повернулся только потому, что это такая песня, такая она взрослая, местами чуть-чуть... секундочку не дотягивала. Но у тебя все огромные шансы и дальше выступать, потому что у тебя есть задор, у тебя есть подача, у тебя есть улыбка. Улыбнись, пожалуйста. И обязательно участвуй в «Голосе Диты» в следующем сезоне. Обещаешь? Да. Ты молодец, у тебя все получится. Ждем тебя в следующем году. Кто это там плачет?
не волнуйся, ты была молодец, умничка. Идем, тебя познакомлю с Наташей. Нет, я хочу узнать. Да. Идем, расскажи. Ну, не знаю, кто тут взрослая девочка? Взрослая девочка не плачет. Молодец. Да. Идем. Все впереди еще. Вот сейчас. Чтобы не плакать. Боже, какая ты везучая, ты мой злой. Лизочка! Красавица наша! Девочка! Зайчик маленький. Иди домой. Все хорошо. Иди на секундочку. Привет. Здрасте. Ну як ты? Ну, нормально. Ну кажи чесно, розстроїлась? Есть капельку. Приходь ще до нас. Тебе ще є багато часу, щоб прийти в наші наступні проекти. Прийдеш? Да. Обіцяю. Если мы своим проектом подарили этой девочке несколько дней счастья и отвлекли ее, и заставили отвлечься от плохого, всего плохого, что она пережила, то значит мы делаем это все здесь не зря.